Всем привет, с вами Несливатор, и сегодня я вас познакомлю с самым лучшим биткоин-краном в мире. Это крас BestChange. BestChange — это вообще обменник, где можно обменивать все что угодно, любые электронные деньги на криптовалюту и хоть какие электронные деньги, хоть на какие. И также он предоставляет возможность собирать криптовалюту. Спускаетесь ниже, вводите сюда биткоин-кошелек, и каждый час можете получать от 1 до 1000 сатош. Видите, я уже брал, у меня еще осталось 37 минут ждать, чтобы взять отсюда сатоши. Я видео уже наподобие этого снимал, просто там просмотров было мало, я решил еще раз запилить видос, чтобы как можно больше людей увидели. А теперь самая суть, как можно на биткоин-кране заработать, вообще на любом биткоин-кране, и на этом, как можно зарабатывать в 10 раз больше. Соответственно, чтобы зарабатывать в 10 раз больше, вам надо иметь 10 биткоин-кошельков. Но если вы ведете сюда другой биткоин-кошелек, то вам все равно ничего не даст, потому что будет написано, что оставшееся время у вас еще не истекло. Поэтому что мы делаем? Так, 10 биткоин кошельков мы можем зарегистрировать на криптонатре. Ссылка будет в описании. Заходим и создаем здесь 10 биткоин кошельков. Чистим быстренько в браузере историю. Скачиваем такую программу, как SafeIP. Ссылку я оставлять на нее не буду. Вы просто сами в браузере ведете SafeIP и скачаете эту программу. Здесь у меня везде значки стоят Pro. Но когда вы скачаете, у вас этих значков Pro не будет. Мне тоже ее надо переустановить будет, чтобы у меня Pro не было. Это VPN. Выбираете любой VPN. Допустим, Манчестер я выберу. Так, подключились. Ввожу сюда свой биткоин кошелек, нажимаю взять сатоши, и нам зачисляют сюда сатоши. Теперь мы снова хотим, допустим, взять сатоши. Мы должны сюда ввести другой биткоин кошелек. Копируем другой биткоин кошелек. Вот я скопировал другой биткоин кошелек, но у нас написано, что он нам не даст, потому что у нас еще времени надо ждать целый час. Что мы делаем? Мы опять берем, чистим историю. Очистили историю. Меняем свой IP на какой-нибудь, скажем, Монреаль. Так, вставляем свой другой биткоин адрес, нажимаем галочку и взять сатоши. И получаем свои сатоши. И то есть получается, таким образом мы можем в час брать не один раз, а целых 10 раз сатош. Но если вы заведете 20 биткоин кошельков, можете в 20 раз больше взять. То есть это классный такой биткоин кран, где можно каждый час брать биткоины. И самое главное, если вы здесь нажмете на внизу на вкладочку Russian, русская раскладка, да, то вы здесь можете каждый час брать от одной копейки до... Ой, каждый день брать от одной копейки до 1 рубля деньги на свой Яндекс кошелек. Чтобы брать в 10 раз больше денег на Яндекс, мы действуем точно так же. Как я вам и уже говорил, только вам придется завести 10 Яндекс кошельков. Вот и все, и всем пока. Такой сайт, как Отзовик, где вам за написание отзывов будут начисляться деньги в пассивном режиме. То есть здесь вы пишете отзыв абсолютно на все, что угодно, что взбредет вам в голову. На телефоны, на приставки, на компьютеры, на фильмы, на курортные какие-то городки, хоть на что угодно. Написали отзыв, его опубликовали, и за просмотр вашего отзыва вам будут каждый день в пассивном режиме начисляться деньги. То есть это такой неплохой пассивный заработок. Написали, допустим, 100 отзывов, и у вас ежедневно уже будет идти неплохая прибыль. А если вы еще будете каждый день добавлять отзывы, то денежное начисление можно будет увеличить в разы. И это еще не все. Помимо того, что вам будут начисляться деньги за просмотры, вам еще будет даваться бонус за каждый написанный вами отзыв. То есть написали отзыв, вам за него дают бонус. Я писал отзывы к фильму, мне за каждый отзыв бонусом платили по 2 рубля 40 копеек. Это не считая того, что мне еще каждый день идет прибыль за просмотр моего отзыва. Так что ссылочка будет в описании под видео роликом. Регистрируйтесь и зарабатывайте.